У Гомелі собралися лепшие юные грации из усей страны. В областном центре стартовало першинство Беларуси по мастацкой гимнастике. Спаборництвы проводятся у четырех узростовых категориях. Самым молодшим удельницам нема и 10 годов. На початку года белорусская мастацкая гимнастика отримала уласный палац. Шматфункциональный комплекс у столицы стал центром подрыхтовки белорусских граций. Меж тем не забывают и про регионы. Мы любим приезжать в Гомель. Гомель всегда очень хорошо нас встречает, всегда все очень организовано. И в принципе... Мы стараемся, чтобы республиканские соревнования проходили не только в городе Минске, чтобы охватить области и чтобы и зрители, и популяризация была и в разных областях. Спаборництвы само по себе хвалюющее и отказное мероприемство. А коли за твоим выступлением сочит головный тренер национальной команды, то все почути помножаются удвоя. Ирина Ляпарская особисто оценивая подрастающее поколение. Трапить у республиканский центр олимпийской подрыхтовки мара кожной юной спортсменки. Удалое выступление не сумненно наблизить их до жаданной меты. Переможцев першинства Беларуси назовут завтра.